Всем привет! Сегодня 21-е, воскресенье, вон все шугаются. Вылетели у меня два птенца синих, вот этот синенький будет. Видно прям, что не зеленый. И он белый какой-то. Вон родители их пооткармливают. Тех желтых птенцов я всех рассадил, вот тут целая орава. Кто там начинает запевать, я к самсам откладываю. Вот синенькая самочка кормит. Вот этот птенец, наверное, будет синий, прям видно такой. Вот. Серенький цвет, не зеленый, серенький. И вот беленький. Он точно не желтый будет. Может серебро, может белый. Подрастет, видно будет. Тут и три птенца. У желтых скоро вылетит. Уже взросленькие. Ну, здесь самечки у меня линяют. Взрослые вон, молодежь. Полезли у них уже. На голове пеньки, на груди там, сейчас повернется, не фокусируется что-то. Синий беленького корма. Синенький кормят. Все, накормили. Так вот они проголодались, все вниз спускаются, поесть. Вот там самочки, вот одна прикольная самочка с красной головой, как самец прям, у нее вообще окрас яркий, маска яркая, вот он. Так, тут у банды тоже спускаются все, молодцы синие, хоть два птенца. То хорошо. Но хочу их разделить все равно. Посадить с каким-нибудь другим попробовать. Желтый распивается тут. Обед у них начался. Все послетали. Один спустится и все потом прям. Яички едят. Тут корм сухой грызут.
счастье у них, обедают вовсю. Желтость заливается. Все никак они не синие выберут домик. Таскают палки. Солома он им сейчас скинул еще. Посмотрим, что. Вот из всех молодых одна пара вот эта еще не села. Этот черный. Черной головой, с красной уже дали птенцов. Молодые. У тех три должны вылететь. Вот только они остались, вот эти желтенькие. Вот самочка-то, про которую я говорю, с красной головой. Я сначала думал, это самец. Потом смотрю, самочка. Прям вообще у нее маска четкая. Не смазанная. Вот все самочки тут у меня сидят. Что у нас сегодня с погодой? Погода так себе, пасмурно. Снег он был, растаял весь. Ну, вот такая вот погода. 3 градуса там. Здесь у меня 25. Неплохо видно. Ладно, оставим. Все, на этом все. Всем пока.